Всем привет! С вами Лего! И сегодня у нас контракты стат-трека. Давайте попробуем что-нибудь выбить. У меня как раз в инвентаре лежат сопутствующие оружия. Кстати, я потерял звание опять, потому что не играл. Но неважно. Калаши нетрудно поднять. Можно даже скатиться до сильвера и сделать какую-нибудь такую фишку, что я продвигаюсь от сильвера до калаша в соло, потому что все говорят, что меня дотянули, типа я играю как бомж. Но это ладно, это меня это не расстраивает. Пускай как бомж, так бомж. Играю как могу, говорится. Теперь, что мы делаем? Так, не могу взять. Мы закидываем стат-треки в наши контракты обмена. У нас P2000, CZ-шка, еще CZ-шка, маг, два негива, мне кажется, говно дадут. И, конечно, Галил песчаная буря. Это можно было все продать, потому что в ценах они очень сильно возросли, и они начали стоить теперь около 20 рублей. То есть, за все вот это мы получаем 200 рублей, если продаем по отдельности. А если юзаем контракты обмена, очень интересно посмотреть, что мы получаем. Если цены возросли статтрековские, значит, в контрактах обмена что-то может упасть хорошее, естественно, тоже цены опять возросли. Вот это я, короче, вообще конкретно сказал. Ладно, суть не в этом. У нас пока только 10 оружий, большими я не владею. Но с чего-то можно начать. Ну что, нажимаем кнопку обмена, пишем «Лего». Живи! Кстати, можете писать этот хэштег «Лего живи», и я уже буду появляться в Ютубе или там ВКонтакте или еще где-то. Вот подписчики надо мной мочат коры вообще конкретно. И теперь, когда я, допустим, бомблю или захожу на стримы, происходит вообще дикая вещь, дикая. Подписчики пишут сразу: Лего, живи, когда меня бомбит или кто-то убивает, я сижу такой, взъярённый. В общем-то, ладно, ребят, давайте попробуем отправить контракт Гибу. Чё, подарим ему 200 рублей? Или выиграем? Ну, поехали, чё, Гибушка. И что у нас здесь будет? Что у нас здесь будет? Ну же, name. Нам нужно имя этой пушки. Стат-трек Десерт Игл Кровавая Паутина. Классно выглядит, такая красная, да, вот. Есть такие игры, как Punisher, может, помните, старинные. Ходил он там всех, мочил. Заменить у обоих команд. Так, осмотрим его еще раз. Смотрите-ка, теперь можно крафтить стат-трековские шмотки. Неожиданно. После полевых испытаний. Но, в принципе, после полевых испытаний это ведь тоже хорошо. Так. Его цена 202 рубля. То есть, я ничего не проиграл, по сути. По сути, я ничего не проиграл. А, может быть, сейчас какие-то появились новые фишки, новые рецепты, может, конечно, вы мне можете скинуть. То есть, вот сейчас надо над этим очень сильно думать. Странно, я потратил по 20 рублей каждого снаряжения, оружия, да, и выиграл 200, то есть я вообще ничего не потратил. То есть, получается, мне не совсем, наверное, повезло. Хотя, в принципе, ладно. То есть, я сейчас сидел в торговой площадке, жалко, что у вас не отобразилось. В общем-то, мы ничего не потеряли, может быть, даже идем в нули, может быть, проиграли рубля 4, а может, наоборот, выиграли рублей 20. То есть это зависит уже от курса падения. От курса падения. Сразу это происходит жесть. Ладно, хватит кривляться и страдать херней. Всегда большое спасибо, что вы со мной. Нас уже более 35 тысяч на канале. Скоро ждите спасибоньки от меня, от всего сердца. Я просто жду момента, когда мы это запишем. Я не хочу сидеть за столом и
говорит, какие мы все молодцы. Я как минимум хочу сесть опять во второе колесо обозрения, поставить свой штативчик, камеру, чтобы не дребезжало, там ничего никуда не ходило, и хвалить вас, какие вы молодцы. Ну и с вами был Лего. Всем пока!